Есть у нас такие прекрасные садовые большие ножницы. Фирма называется Gardenic. Ими очень удобно работать. Сейчас я обкосила траву возле этих кустиков. Потом кустики сейчас приведу в порядок. Также можно этими ножницами обрезать виноград, кустарник, мелкие веточки на деревьях. Само лезвие очень-очень острое. Прекрасно работает. Мы, кстати, его ни разу даже не точили. Сейчас я еще что. Тут еще ручки можно делать и больше, и меньше. Они раскручиваются, увеличиваются. Но я обычно работаю на больших. Раньше, конечно, бабушка работала, но сейчас пришлось мне. Я любила цветочки сажать постоянно. Цветочки, клумбочки делать. Ну, вернемся к делу. Итак, у нас есть такой кустик. Вот он уже, видите, попускал такие неровные веточки, маленькие. Их надо обрезать. И постепенно этот шарик будет расти, расти и делаться выше. Придавать эту изначальную форму надо заранее. Когда вы взяли кустик, там обычно несколько веточек торчат, разных штучек 10, может и больше. И вы когда садите, и потом начинаете, когда кустик по мере подрастания прижился уже, тогда начинаем обрезать. Ну что, приступили. Вот, убираем аккуратненько торчащие листочки. Вот, теперь наш кустик приобрел красоту ровную. Если вы хотите не шарообразную форму, какую-то другую, пожалуйста, экспериментируйте. Вот так эти ножницы работают. Отличные ножницы, видите? Не заедают. Вот, напоследочек. Вот так подрезается самшит. Еще одно. У самшита ядовитые сами листья. Старайтесь, чтобы когда вы занимаетесь такой процедурой, ваших деток не было рядом, и всю эту листву надо аккуратненько собрать и выкинуть подальше. Лишнее убираем, оно никакого вреда ему нету. А форма получается какая вам надо. Вот, аккуратненько я его обстригла. Вот с этой стороны. У бабушки, конечно, это лучше получалось. Она уже руку набила себе. А тут вот пока малые спят, Николя с Анной, маме пришлось немножко. А также этими ножницами, вот я говорила уже, я обрезаю траву, которую бензокосилкой нельзя срезать, потому что здесь камни. Можно поранить и кустики, и наткнуться на камень. Вот, аккуратненько, быстренько. Ими можно залезть и под кустик, и скосить саму травку. Это я подрезала, немножко подровняю. Вот. Это вырывается. Это такая желтенькая ромашка. Она так быстро разрастается по всему огороду. Уже чересчур много ее.